В Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума. Размеры утверждены на период с 1 мая по 31 июля. Он составит 311 рублей 15 копеек в среднем на душу населения. Это на 4,9% выше, чем был с 1 февраля по 30 апреля. Вырастут также и детские пособия. Нотариусы бесплатно проконсультируют белорусов 6 мая. В течение всего дня можно будет не только лично обратиться к специалистам, но и позвонить, либо написать в мессенджере. Участие в республиканской благотворительной акции, посвященной 77-летию победы советского народа в Великой Отечественной, примут все конторы и бюро страны. Белорусские пенсионеры с 1 мая смогут купить билет на поезд со скидкой 50%. Для этого нужно предоставить оригинал удостоверения. Акция действует до конца октября и распространяется только на региональной линии эконом-класса. Традиционное снижение стоимости связано с началом дачного сезона. В стране будут производить специальную колбасу для вегетарианцев. Идею реализуют в рамках программы по импортозамещению. Продукт планируют поставлять и в другие государства. В частности, пока речь идет о России, однако также прорабатываются рынки стран Азии. Орденом Матери за рождение и воспитание 5 и более детей награждены 7 бобручанок. Среди них работницы промышленных предприятий, строительной отрасли, правоохранительного блока, объектов торговли, учреждений образования и здравоохранения, культуры, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.